Хочу еще рассказать про такой сорт алычи Анжелина. У меня там видео есть, как на дереве, там в подвале чуть. Вот сегодня 13 октября, говорю, ноября. Оно совершенно другая мякоть у него стала. Вот сочная, сочная, сладкая. Поменялся вкус у него. Вот, видите, какая она мягенькая. Поменялся вкус. Лежит прекрасно, ни одно не сгнило. Такая на вид она красивая. Очень сладкая. Очень сладкая, привкус такой еле-еле. Не сильно она ароматная, но в принципе достойный вкус. Мне она понравилась. Все, кто пробовали, то говорили супер. Сорт достойный. Вес у нее не сильно крупный в этом году, потому что первый год. Сейчас слажу. Первый год. Их очень много было. Вес средний. 54, ой, 55 грамм. Ну, не крупные, то есть. 47. Я на дереве думал, что не грамм 60-70. Нет, не 60, не 70. 49. Ну, это то, что первый год. Первый год их было очень много. Грубо 50 грамм. 50 грамм. 50 грамм. А вот чай это пока. В следующем году я ее пронормирую. В этом году я не нормировал. То я думаю, что она будет до 100 грамм. До 100 грамм. Потому что у меня в этом году было алыча Тучисан, была алыча Байрон Голд, первый год их было немножко там, то они, Тучисан было 149 грамм, Байрон Голд был 120 или 122 грамма, 123 грамма, то есть крупная, но их было немного. А этих, если на там деревцо такое, что слабенькое-слабенькое было, пол ящика, даже чуть больше, чем пол ящика, то оно такое мелкое. Надо, чтобы оно подросло. Вот такая мякоть. Сразу, когда снимал, она была светло-желтая. Сейчас красноватая. Косточка очень маленькая. Вот. Косточка. На вкус сейчас попробую ее еще. Сочная. Сочная. Сок есть. Сладкая. Сладкая, сочная. Хорошая. Для этого периода хорошая. Очень вкусная. Если сравнить с летними сортами, там такие как Ацар Премьер. Ацар Премьер. Что еще там? Ну, Тучисан то вообще самое вкусное. Я вкуснее не пробовал еще. Но если с Ацар Премьером сравнить, то Ацар Премьер, конечно, вкуснее, чем Анжелена. Ну, на этот период, то если сравнивать не с чем, то, конечно, она хорошая, вкусная очень. Спасибо за просмотр.